Мы находимся на Северном речном вокзале в городе Москвы. Тут вот на той стороне Москвы-реки находится музей на воде. Там вон подводная лодка видна, если присмотреться. И такой самолет на воде. Надюшка, там уже были в музее, а мы вот еще чуть-чуть не доехали с Танюхой. Ну, сегодня очень хорошо, тепло. Вот уже вот так зелено. Направляемся к центральному входу причала. Сейчас речной вокзал находится на реставрации. Не знаю, отсюда не видно, наверное, да, немножко. Вот, ну, еще, наверное, год лет пять будет. Лет пять, наверное, будет еще на реставрации. Навигация уже началась. И сегодня уже видели три таких маленьких теплоходика.